Супермаркет – это удобно, но у ярмарочных рядов есть свои преимущества. В Краснодаре открылась новая ярмарка-ферма. В торговых павильонах только то, что вырастили и произвели сами кубанцы. И теперь это все доступно горожанам. За покупками отправилась и Юлия Колосова. Свежее молоко, сыр, мясо с фермерских хозяйств края, овощи, мед и еще десятки продуктов от кубанских производителей. В Краснодаре открылась ярмарка-ферма. Манящие ароматами ряды нового урожая развернулись в павильоне на улице Целиноградской. Гостей здесь встречают с кубанским радушием. Веселая музыка и дегустация шашлыка. Узнать все о товарах покупатели могут от производителей, многие из которых сами стоят за прилавками. Продукцию всю мы выращиваем сами. Мы сами из Калининского района, хутор Буйко-Понуро. И на селе выращиваем, имея землю, вот всю эту продукцию, которая представлена сегодня здесь. У нас экологически чистый продукт, так как не только мы привозим в город, да, кормить население, а и сами питаемся всей этой продукцией. Поэтому стараемся вырастить качественный, экологически чистый продукт. Купить здесь можно практически всю ту продукцию, которая выросла на кубанских полях, фермах, выловлена в наших реках и морях. Но главное, перед тем, как попасть на прилавок, все это прошло тщательный отбор. Представить свою продукцию смогли только самые лучшие поставщики. Мне посоветовала здесь свекровь покупать. Говорит, что здесь очень все свежее, вкусное. Вот приехали с другого конца города с мужем, чтобы попробовать самим купить, попробовать узнать, что тут. Не боимся, что будут какие-то консерванты, пестициды и вообще что-то плохое. Экологически чистые продукты – это, конечно, ярмарка. Вот. Ну, мы любим, конечно, все домашнее, потому что когда-то и сами держали, поэтому ярмарка – это для нас. Порадовали цены, во-первых, потому что все свежее, не замороженное даже. То есть мы сейчас это можем приготовить, и домашний вкусный семейный ужин будет. Теперь, чтобы пройтись по ярмарочным рядам, не нужно ждать выходных. Ферма работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Юлия Колосова, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар».